Ребят, всем привет. Всем привет. Ну, машинки стали появляться на авторынке «Зеленый угол» потихоньку. Ну и потихоньку, даже не потихоньку, и быстро они разлетаются. Поэтому сейчас посмотрим, что есть. Короче, хорошие машины, да, они долго не стоят. И вот, ну вот, реально были заполнены места. Мы, кстати, еще одну машину загнали. Раскупают все очень быстро. Сейчас попросим, чтобы нам пооткрывали машины, покажем, что есть в наличии, посмотрим аукционники, ну и, соответственно, цены. Начнем с вами с данного автомобиля. Это Nissan Note, темно-серый цвет, 2016 года выпуска, автомобиль 4 ВД. Друзья, напоминаю, ВД здесь идет, как сказать, неполноценная. Там стоит электромотор, короче говоря, называется ЕВД. Машина аукционная. Лот просто так выкладывать не будут. Кому интересно, вот он номер кузова, можете открыть, посмотреть по статистике. 530 тысяч. Это уже идет рестайл, летняя резина, туманок нет. Без литья, без ключевой доступ, без климат-контроля. Вариатор. Двери, смотрите, как открываются в ноуте на 90 градусов. Сзади довольно много места. Сзади есть метла, дополнительный стоп-сигнал, неплохой багажник. Багажник, ну, много где вот поцарапано идет. Насос есть, жидкость есть. Напоминаю, есть автомобили на климат-контроле, есть мультируль. А что у нас тут есть? Датчик при столкновении, движение по полосе. Но, если честно, как-то вот не знаю, как он здесь работает. Без климат-контроля, есть на климат-контроле. Пробег 91 тысяча. На этом автомобиле. А дальше идет еще один ноут, но это уже обновленная версия, скажем так, по кузову, да, 17 год, стоимостью 608 тысяч. То есть он и изменился и по задней части, и по передней части тоже. Кстати, ноутов довольно много. Вот, но этого мы только что снимали. Это такой автомобиль, да, который, ну, в принципе, можно купить свежий автомобиль за, скажем так, небольшие деньги. То есть, видите, автомобиль 17 года за 608 тысяч. Можно даже уложиться, наверное, 580-590. Но пробег будет в районе соточки. Видите, сиденья другие, руль другой. Данный автомобиль идет на климат-контроле. Пробег указан 54 тысячи. Ну, здесь не знаю, здесь, конечно, нужно проверять, нужно смотреть. Также есть сонары. Так, ну пока ждем ключи, пока ждем ключи, посмотрим на интересный грузовичок. Кто-то интересовался, 15 год, 660-07, как на кей-карах, бензин, автомат, 4 ВД. Это ревка. Симпатично смотрится. У колесики, смотрите, какие передние колесики маленькие, зато есть литье. Супер спорткар стоит. Daihatsu, я уже не помню, как называется. GTR. Копен Робер какой-то. Литье. Ну такая, знаете, смешная машинешка. Ну прикольно на ней погонять будет. Закрыта она. Она 14 года. Бензин на коробке. Два аэрбэга турбо. Стоит 605 тысяч. Посмотрите, она мне, наверное, по пояс будет. Ну не по пояс, но... Я не знаю, как мне в нее с моим ростом поместиться в этот автомобиль. Пока покупатели, ну, как бы ходят. Хотя еще рано, еще 10 утра, по-моему, даже 10 еще нету. Honda Grace. В хорошей комплектации, с минимальным пробегом, с очень хорошей оценкой. Друзья, почему-то вот этот машин, вот эта машина, как-то вот ее недооценивают. На самом деле это хороший, комфортабельный, надежный автомобиль. Представляете, данный автомобиль, он 5-бальный. Я не пробивал статистики, но убеждаю, то, что 5 баллов. А единственное, 28 тысяч пробег, видите, 5 баллов. Но нужно искать по номеру лота. Вот он, номер лота. Есть автомобили 4 ВД, есть передний привод, есть просто гибрид. Но если искать обыкновенный передний привод, их очень мало. Здесь по салону, в принципе, все как и в Фите у него. Тот же самый переключатель, климат-контроль, мультируль. Все есть. Вот здесь даже японец что-то какую-то подставочку придумал. Honda. А, тут сидушка выездная. Сейчас покажу, как она работает. А, по месту. Ну, в принципе, место здесь нормально. Сейчас надо мне немного откинуть сидушку назад. Закрыть дверь. Довольно удобно. Для задних пассажиров
Ну, в принципе, тоже место будет нормально. Ручник где положено, здесь у нас HDMI, USB-зарядка, прикуриватель, не прикуриватель. Я вот постоянно путаю. Не прикуриватель, а розетка на 12 вольт. Второй USB, такие тумблера у нас здесь отходят. Спорт режим. Автомобиль у нас идет гибрид. Пойдемте посмотрим, как выезжает сиденье. Многие тоже спрашивают, да, вот про вот такие автомобили. Они есть, они приходят, но их довольно мало. Получится у нас открыть дверку на распашку? На распашку не получится. В общем, рычажок, так понимаю, вот так тянем, и она у нас. Вот, да, есть, кстати, где электро такие сиденья. Так выехал, то есть человек сел, обратно заехал. Ну, японцы, как ни крути, все-таки молодцы, конечно, ребята. Далеко ушли. Сзади, кстати, есть обдув на задних пассажиров. Объем багажного отделения. Сидушки у нас, как они у нас откидываются? Вот таким образом откидываются. Можно спать. Нет, спать нельзя в машине, здесь перегородочки. Также сидушки еще откидываются в премиум в Алионе. Вот она, батарея хорошая, надежная. Вид сзади данного автомобиля. Давайте посмотрим на Акву. Значит, она 17-й год. Понятно, то, что она бензин, гибрид. Они все гибриды. 4 балла, 767 тысяч. По комплектации сейчас посмотрим. Сейчас присядем внутрь. Вот вам вид сзади с сонарами. И расскажем вам немного, что касается именно аукционов. Ну, Акв довольно много показывали уже. Ну ладно, раз, короче, сели, значит, сразу место, место, нормальное место. Руль идет обычный, полный мультируль идет. Короче, смотрите, какая история. Вот аукционник, это настоящий аукционник, аукционный лист, то есть это настоящий. Тут TAA, Toyota. Надо показать поближе. Да, тойотовский аукцион, но чуба. Вот сейчас на этом аукционнике, не именно на этом аукционе, открыть вот эту машину, аукцион, можно только по номеру лота. Вот я забил номер кузова. Вот номер кузова. Найти. И он просто ее не ищет. То есть раньше те аукционы все открывались по номеру кузова. USS аукцион открывался только по номеру лота. Короче, ищите по номеру лота. Вот сейчас покажем, продемонстрируем. Видите, вот этот аукционник, по кузову его не нашли. Сейчас пока найдем, по комплектации. Руль идет обычный, мультируль, климат-контроль, магнитола обычная стоит, стандартная. Здесь у нас все режимы. Подстаканник для задних пассажиров, подстаканник для передних пассажиров. Руль у нас здесь регулируется по вылету и по высоте. Приборная панель. Ну, вот здесь вот такой бардачок смешной. Я не знаю, для чего он здесь установлен, если честно. Сонары, солнцезащитные козырьки. Все как положено. Все включается. Все работает. Вот, что вам еще тут показать. Ну, дверная карта. Вот, все по стандарту. Много пластика. Абсолютно везде. Открывание бензобака, открывание капота. Вот здесь еще что-то. Не понять, что, естественно, это кнопка старт. Но автомобили такие бывают на ключе. Вот, но основная масса, по-моему, уже идет именно на кнопке старт. Аварийка, больше интересного ничего нету. А что там вот получается? Сейчас получается забил номер лота 73035. Начать поиск. И вот выходит две машины, под этим лотом торговались. И вот выходит вот эта машина. Пожалуйста. 4 балла, 73 тысячи пробег. Вот номер кузова, вот этот совпадает, 6617494. То есть ТЭ даже стали открываться только по номеру лота. Вот именно чуба. И еще там есть 3 или 4 аукциона, где открывается только по номеру лота. Поэтому здесь надо быть повнимательнее. Короче, не пугайтесь. Если не находите машину по номеру кузова, спрашивайте всегда номер лота. И еще маленький момент. Допустим, если вы не знаете номер лота, то вы ее никогда не найдете, эту машину. То есть тут надо делать запрос, и тогда вам скажут, ну это уже надо платить, это уже платная услуга. Поэтому вот такая вот неудобная штука. Рядом стоит Fit, такой женский цвет, Элька, комплектация 753 тысячи.
Элька комплектация хорошая, фары, линзы, кожаные вставочки, ярко-красный цвет. Кому открывает? Я знаю, что Элька комплектация, там написано. Так, что? Я уже сбился. Что хотел сказать? Сидушки. Сидушки у нас здесь складываются. Кстати, очень удобная, реально удобная трансформация салона. Это один из автомобилей, который мне действительно нравится по трансформации салона. Вообще по вместительности, по внешнему виду, по салону, как он устроен. Кожаные вставки. Смотрите, ну этот автомобиль какой-то модный. Во-первых, японец установил модные подстаканники. Дальше сейчас покажу со стороны водителя. Что там у нас по низу? Отлично все. Есть у нас здесь круиз-контроль, есть мультируль. И вот здесь он сделал какие-то себе вставки, то есть две розетки на 12 вольт, один выход USB. И вот это вот, наверное, регистратора здесь нету, возможно стоял регистратор. Здесь у нас бардачок, еще одна розетка. Аукционника не вижу, есть какая-то штучка японская, что это такое? Что-то я даже не знаю, что это такое, если честно. Какая-то печать, что ли? Японская. Ну-ка, сейчас проверим. Как проверить? Точно? Печать японская. Не знаю, что там нарисовано на ней. Какие-то японские иероглифы. Вот. Гибрид. Гибрид 753 тысячи. Про эту машину знаешь, что рассказали? Что? Короче, вот эта машина не успел, пароход задержался на 2 дня. А, получается, если бы они привезли на 2 дня раньше, то она была проходной. Пароход задержался на 2 дня, и она стала непроходной. Из этого за машину заплатили 900 тысяч. И теперь ее продают за 753 тысячи, на 150 тысяч меньше. Они то есть... чуть-чуть не успели, ровно на 2 дня, и она стала непроходной. Сразу пошлина выросла. Видите, какие ситуации бывают? Вот они просто с этой машиной полетели. Лежит аукционный лист, кузовщина целая, идет замена, получается, крышки багажника. Ну и на пороге там вроде как было бы 3, но это тоже надо смотреть. Пробег 69 тысяч на этом автомобиле. Давайте немного кроссоверов. Да, X-Trail, 15 год, ТВ, CD, DVD. Ну, все по стандарту, все обычно. По комплектации сейчас посмотрим. Вижу, есть Sonara, вижу, есть Туманки, родное литье, хорошая летняя резина, датчик предстолкновения. Повторители. Закрыт. Стоимость экстрейлов в неплохой комплектации. С пробегом, наверное, до 100. Миллион. Если честно, знаете, даже вот сейчас сориентировать не могу. Раньше можно было взять 1 150 000, 1 200 000. Сейчас все как-то сложно, да, ну вот я, если честно, шарашен, да, вот этим вот фитом 900 тысяч заплатить просто какие-то 2 дня. Ну вот, пожалуйста, стоит X-Trail, ну он уже идет с рейлингами, другая комплектация, фары, линзы, тоже Sonara, Туманки, 1 359 000 он стоит. Тоже закрыт автомобиль. X-Trail такой бюджетный кроссовер, но... Я и Серега, мы бы, наверное, себе вряд ли бы купили X-Trail. Ладно, стоит еще один ноут. Тоже свежий, с аукционником, 17 год, 625 тысяч. Стоит Toyota Isis, 14 год, мотор 1.8, 4WD, 825 тысяч. Рядом стоит Sienta, 775 тысяч, черный цвет. Кстати, Sienta вот все набирает и набирает популярность свою. За счет того, что это минивэн, 3 ряда сидений, есть не гибрид, есть гибрид, и есть автомобили 4WD. Довольно много автомобилей уже отправили. Стоит, что это стоит? Вицу. Кстати, ребят, вицы, по-моему, я уже в каком-то видео говорил, то, что появились именно гибриды. Данный автомобиль 4WD. Автомобили 4WD. Обязательно смотрите по состоянию ржавчины. Здесь, многие, знаете, видят вот такой вот налет там на редукторах, под капотом. Ребят, не надо пугаться, вы посмотрите, что у нас происходит на улице, какая у нас влажность. Еще один X-Trail, 15 год, пробег 49 тысяч, 1 379 000. Subaru Forester продан, цена здесь не указана на нем.
Вот, ну и вид просто по передней части посмотрите. О, он открытый. Сейчас мы его не только по передней части посмотрим. Какая-то наклеечка, не знаю, может где-то в такси работала, может я ошибаюсь. Ключа нету, датчик при столкновении. Ну, ВИЦ это, как там говорят, быстрее птиц. Женский автомобиль такой. 659 тысяч. Зимняя резина. Не знаю, о чем еще про него сказать. Про птичку, про эту. Пойдем посмотрим еще что-нибудь. Смотрите, друзья, вот здесь стоит Subaru Forester. Он уже стоит месяц. Месяц назад за него отдали залог 1 000 000. До сих пор на него нет документов. Люди уже установили сигнализацию и ждут, когда придут документы. Это вот это вот, речь идет о тех документах, которые сейчас оформляются на юрлица через Москву. Вот уже и сигналка стоит, вот уже даже... Вот все стоит, и люди уже месяц ждут, чтобы были документы, чтобы забрать эту машину. Вот такая вот ситуация с документами происходит. Машина очень хорошая. У нас тоже был поиск автомобиля, мы искали НВ-200 для подписчиков, но с Приморского края. Сколько они у нас прождали документы? Ну, они недолго, да, прождали? Они ждали неделю с лишним, и у меня друзья, даже своим друзьям я искал машину, тоже Форестер. 3 недели вот там он в яме стоит, 4 балла. 3 недели, мы когда уже залог оставляли, прошло 3 недели, и вот прошло еще 2 недели, вчера буквально я подходил, документов еще нету. Давайте возьмем с вами еще один седан, это гибрид Prius, свежий кузов, 4 ВД, 16 год, S-Mars Selection комплектация, ну, давай, 1 137 тысяч, давайте посмотрим по внешнему виду. Есть автомобили такие, есть, как бы... Сейчас, конечно, мало, да, но до этого, когда автомобили везлись нормально, был выбор. Ремкомплект на месте. Туда лазить не будем. Здесь шторочка, хотел сказать. Кожаное сиденье. До сих пор не пойму, что это такое, либо сиденье, либо чехлы. Но Prius, конечно, поменял свой внешний вид, поменял. Да, это... Хоть убейте, не понимаю. Нет, чехлы это у нас идут. Это у нас идут чехлы. Сзади у нас 2 подстаканника, полочка вот так смотрится, 2 кармашка, ну понятно то, что в чехлах. Знаете, есть комплектации приусы, которые терпеть не могу, в которых ванна вот здесь идет, белая, ну куда тут белая ванна, я даже не знаю, пробег 126 тысяч по месту, знаете, по мне так в приусе стало место гораздо больше, не знаю, может мне так кажется, но... Реально больше, комфортнее, удобнее стало. И, допустим, сравниваю с Альфа, да, в Альфу сажусь, я вообще, блин, бьюсь головой в потолок. Итак, значит, здесь у нас идет пластик, ну, такой более-менее мягкий, здесь кожаная вставка, здесь пластик тоже идет у нас мягенький, лежит аукционник. Аукционник 4 балла, 126 тысяч пробег, кузовщина вся идет целая. Плюсом, да, автомобиль идет 4 ВД, бардачок. Вот что тут, антиюз есть, мультируль, круиза здесь нет, 1 137 тысяч, подсветочка, все у нас имеется. Рядом стоит еще один кроссовер, это Mitsubishi Outlander, тоже гибрид, туманки, рожок, датчик при столкновении, круиз должен быть. До 2013 года у них была проблема с батареей, она была не герметична. После 2013 года эта проблема устранена. Ой, ты, как ты скрипишь. Вот, пожалуйста, наглядно можете оценить объем багажного отделения. Все аккуратненько сложено, то есть довольно, довольно неплохое оно. Дверная карта, места тоже достаточно сзади. Кожаные вставки идут. Кожаный руль. Ручка переключения передач, 4 ВД. Ручник, место.
Место нормально. Что многие просят руль, да, показывать. Я вот, ребят, ну забываю я про этот руль. Забываю постоянно. По высоте, по вылету тоже он регулируется. Кнопка старт, там всевозможные режимы, климат-контроли, пищалки в дверных картах. Здесь у нас идет отсечница, здоровые солнцезащитные козырьки с зеркалом. Japan Motorsport. Japan Motorsport. Он стоит 1 миллион 257 тысяч. Ну, сейчас вам покажу. Да, 1 миллион 257 тысяч. Посмотрим еще на одного фита. Ну, у него, знаете, какая история? Давайте так. Комплектация LPX, 15 год, 757 тысяч. У него лежит, сейчас внешний вид покажу, синий, такой ярко-синий, насыщенный цвет. Открывали мы вам сегодня фита? Да, открывали. Поэтому по салончику показывать не будем. Ну да, комплектация тут неплохая идет. Итак, значит, смотрите, ребят, лежит японская бумага, настоящая, неподдельная. Это не аукционный лист, но что-то схожее с ним. Назовем это наш дром ассист, да. Я как бы могу сейчас ошибаться, но вот мы с продавцом переговорили. Короче говоря, японец приезжает, делает диагностику, автомобиль едет на аукцион, ну и как бы то ли не проходит аукцион, то ли еще что-то. Короче говоря, русский дром-ассист в Японии. Вот видите, 4 балла, замена крышки багажника у данного автомобиля. Он какой-то модный, здесь идет подсветочка, хромированные вставочки. Чистейший, приятный салон. Реально чистейший, приятный салон. Ладно, ребят, на сегодня будем заканчиваться. Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Будем его развивать, будет намного больше там информации. Там есть всякие разные приколы. Просто забивайте в инстаграме автоподбор25. На сегодня все. Всем пока, всем удачного дня, всем хорошего настроения.